я вот, например, могу, но ну, как-то не хочется мне бороться с тем, что сейчас происходит на площади. И к тому же может пойти дождь. Я очень люблю дождь, но не все инструменты его любят так же, как я. Особенно вот скрипки с флейтами. Вот, поэтому мы решили все-таки пока, что в этот раз, наверное, нам нужен покров. Да? Параскевы, храма, просто вот стен. И нужна какая-то помощь, чтобы все-таки то, что сейчас рождается, знаете, как младенец, когда он рождается, он нуждается в заботе, в внимании, в постоянном. Да, и, в общем, есть какие-то условия, в которых младенец должен находиться. Будем считать, что сейчас наш нарождающийся фестиваль, вот этот самый младенец, которого нам хочется оберечь, и для этого у нас есть вот такая пещера, да, вот, в которой мы справляем Рождество. Может быть, когда-нибудь, через пару лет, мы уже сможем с полным правом выйти на площадь, и наш голос будет иметь право на тишину, из которой должны и всегда рождается звук гуслей и вообще все настоящее, как мне кажется. Из хаоса, конечно, тоже много чего рождается, но мне все-таки кажется, что хаос и шум – немножко разные вещи. Мне кажется, хаос был в тишине, такой тихий хаос, как тихий ужас. Вот, и так как все остальные участники, как и слушатели, медленно подтягиваются, я сейчас, мы с Ладой Морозовой, с Еленой Белкиной будем создавать этот магнит. И вот тихонечко как-то так, так сказать, отправлять волны в мир, чтобы и музыканты наши подтянулись. И вот я смотрю, люди подтягиваются, подтягиваются, подтягиваются. Вот, поэтому давайте сначала пусть прозвучит голос, на который все, кто должны, придут. Как ходил же грешный человече, он по белому свету, как ходил же грешный человече, он по белому свету. Приступили грешну человеку к яму добрые люди. Приступили грешну человеку к яму добрые люди, что тебе надо, грешный человече, ти злато, ти серебра. Грешный человече, ти злата, ти серебра, ти злата, ти серебра, ти золотого одеяния.
человеку ни золота, ни серебра ничего не надо. Грешну человеку ни золота, ни серебра. Грешну человеку один сажень земельки, один сажень земли, да сажень земельки, да и четыре досыки. Как ходил же грешный человек.